Сегодня у нас 25 октября 2018 года, четверг. Вот мы пришли, находимся в коридоре к нашему храму. И Володя прибивает там надпись. Она не дает. Не ошибись. По-моему, ты прямо через бумажку прибивай, Володя. Тогда не промажешь. А так можешь и не найти ее. Да я не промажу. Деревоплита, она не дает. Еще два гвоздя. Вот они лежат. Моя фуражка, гвоздики. Вот посмотришь, давно ли это все у нас было? Ну, 27, там 28 лет. Подновить, показать. Какие надписи везде. А вот интересно как. Это обо мне, когда у меня все конфисковали. А потом Господь позволил так, что пришлось отсудить. И вот приехал мэр города Барнаула Баварин Владимир Николаевич и передает собственно, что суд присудил недвижимость. Так что, туда идем, да? А? Туда идем? Да. С той стороны еще надо прибить. Так, подожди-ка, я шапочку надену. Фуражку. Так, а ты взял надпись? Нет, я беру надпись. При входе в храм. Это мы здесь сделали. Ага. Это прямо уже непосредственно в храм заходить у нас. Вот такой будет. Ну, тут уже не успел показать. Интересно, от Баварина, от мэра города я получил вот такое вот письмо. Ну, можно будет прочитать. Я тороплюсь и дальше. Тут история храма, хронология. При входе в храм тут у нас тоже написано такое. Везде у нас надписи, так что неожиданности нет и тайны нет никакой. Хорошо. Так, пойдет? Да, пойдет. Пойдет, замечательно. Это у нас тут продукты, когда потребуется что-то кому-то. Это вот тоже закрыто. Ой, что тут закрыто? Закрыто тут книги. Остатки книг. Совсем немного. Везде были книги. Люди писания, как называют мусульмане, христиан. А к нам это относится. Вот только заходишь, доска объявлений. И что тут написано? Ну, вот. Вот. Внизу, ниже написано, что тут. Вот такие у нас надписи.
сказать, что это со старых хозяев осталось. Из храма выходишь на улицу, вот тут надпись. Не забывай, что это православное. У православных авторитет Писания, пиетет особый, как говорил Андрей Кураев. Это так и есть. Ну, показать тайны, тайны нет никакой, поэтому я все показываю. Что у нас тут? Книги. Все полки, все везде занято книгами. Это большие стопы газет. Это хозяйственная комната. И комната эта тоже наполнена книгами. Так, подожди-ка. Мы ничего не скрываем. Показать, насколько мы любим Господа. Вот. Здесь все зашторено, женщины переодеваются. А кто заглянет, что тут? Книги. Вот тут еще что-то. Книги. Здесь вот тоже, куда ни посмотришь, все книги. Но это остатки. Было-то не столько, много больше. Много-много больше. Даже здесь вот повернуть, вот книги. На эту сторону пошли, тоже книги. Наверх посмотрел, книги. Люди Писания, это к нам относится, к остальным не в такой степени. Все, уходим. Так, все, больше ничего, еще раз проверь. Показать Люди Писания. Так, а там шторки открыты у нас, нет? Да, открыты. Открыты, да? Сейчас я посмотрю. О, это у нас тут трапезная. И что тут у нас? Куда ни посмотришь, везде книги. Книги. Места Писания. Все есть. Осталось жить только по Писанию. За малым дело. Но это все книги на столе, вот это, закрытые. Вот так. Вот и здесь даже в трапезной. И тоже запись есть. И на улице запись такая же. И в домах. И вот лежат книги, принесенные на столе. Вот и лежат. Все везде у нас Писание. Так, пойду. Про батарейки вспомнил, что старые батарейки. Так, все, да? Надя Двуха-то давала объявление, что старые батарейки собирать. Вот. Ей? А зачем? Ну, они хотят это, там, в нужный мусор выбрасывать, чтобы не выбрасывали, где попало. Ну, для этого-то мы и сами сообразим. Тут у нас везде места Писания. Вот выходишь в коридоре. Смотри, сколько. И дальше правила, какие приняты у нас тут. Это все в коридоре. Молимся. Храм. Храм определяется престолом, алтарем, где литургия совершается, а не куполом. Ну, это если так толкнуть, не знаю, может будет или нет, посмотреть, что тут я показываю. Тормознуть и можно просчитать правила. А вот кто заходит первый, мы сразу его сюда подводим. О церковной дисциплине. Вот пусть считают. У нас были священники, там важные. Все переписывали, говорит, мы у себя все заведем. Фотографировали. И кто завел? Ни один. Ни один. Как только соседние крапильщики устали, эти бритые попы разные, они категорически восстали. Что это еще? Кто это такой? Что это? Военная дисциплина? Людей отталкивать. А человек пришел в храм. Кто имеет право его выгнать? Да кто имел право его запускать? Они все обманывают людей. Боятся, что уплывет денежка от них. Вот так. И вот на выходе человек уходит, как только выходит.
А там и православные. А то какой-нибудь там за икону спрятался и бормочет, что мы не православные. А какие же мы православные? А тут и епископ служит. Вот. Это я вот был в Нью-Йорке в синоде с митрополитом Виталием стоим. Митрополит Виталий. Все уже. Вот в университете Евстигнеев пришел, проректор. Нет, не проректор, а ректор Владимир Васильевич. А вот это АГТУ называется. А вот это я преподавал, занятия вел в АГУ, Алтайский государственный университет. Это у нас крещение когда-то было. Вот так. Ну, тут все не покажешь. А это вот для фильма снимали и в воде. В воде. Вот три священника одновременно крестили. И съемка идет. Вот там, это я вот в радиорубке веду занятия. Онлайн, как говорится, часовая прямая передача каждое воскресенье. Три радиопрограммы вел. Когда-то. А это вот все написано, тут уже это в книге написано. Так. Ты здесь? Володя! Володя! Его нет, однако. О, он ушел. Как же так? Надо закрывать будет. Ага, он открыл. Открыл, посмотреть, что он открыл. Пошел, наверное, вываливать. Ну, а? Ну, собачка хорошая. Ну, ой, услышал. Ну, всех собачек-то куда-то дели, отравили. Вчера пошел узнать, а никого нету, отравлены. Отравили. Хорошие собачки были, спокойные. Бумага для растопки. А это что тут? Для растопки хорошая бумага. Да ты что, я посмотрю сначала. Это ты где они лежали? Внутри прямо? Да. Там еще есть? Есть. А? Есть. Так надо принести все. Склад зайди и сложи. Это как же так-то? В мусорном ящике. Ты-то остался один, а? Тебя не обижали или еще? Ну-ка, давай. Нет, ничего, я не думал, что ты здесь будешь. Вчера я прошел, никого не, ни одной собачки нету. А меньший, который был, годовалый, большой пес, здоровый. От жары спрятался под бетономешалку, машина. Но она сдала назад и задавила его, она же не видела. О, выбросили какой. Прямо совершенно хороший диван. Ой-ой-ой. О-о-о-о-о. Что, все для офиса? Да как же так? Ой-ой-ой. Это ящики такие. Вот это да. Вот компания такая тут по ветеринарному делу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это надо забрать. Все, ты прибежал, а? У тебя ошейничек есть. Хороший ты песик. Все.